Ребята, всем привет! Мы играем с моими подписчиками, зрителями в Garden Ops. Собрали вот такой вот Chomp Town. Нормальная сложность. 4 игрока у нас в команде. Вот они все. Один новичок вот только присоединился. Прошлую игру играли с этими. И будем сейчас смотреть вот Chomp Town. Попробуем. Я думал сложность Hard ставить, но что-то, мне кажется, сложновато будет. Если сейчас вот кто-то за... Ну, хорошо будет играть и будет еще подсолнух у нас, может быть, следующий раз поиграю на харде. А пока что мы не готовы к этому. Да я сам не готов, я еще не разыгрался. Надо так понимать прям, чувствовать игру, чтобы еще и Crazy попробовать сложность потом. Хочется все-таки пройти. Играю на PlayStation 5, но здесь такие же игроки из PlayStation 4, то есть разницы никакой, ни по графике, версии игры один в один. Поэтому, если на Авито хотите покупать, покупайте... Так, зачем первым будем играть? Покупайте PlayStation 4, даже не Pro, обычную тут. Играйте, наслаждайтесь. Единственное, вам надо подписка это PlayStation Plus купить. Еще сейчас санкции, знаете, там надо аккаунт создавать не на Россию, а на другую страну как-то. Ну, короче, посмотрите в интернете, я думаю, есть какой-то вариант, как это все сделать. У меня просто аккаунт американский, мне не надо это делать. Вот давайте этим поиграем, у него больше здоровья у этого. О, да. У него, кстати, не все апгрейды, видите, только два, один апгрейд внизу. Так, можно приодеть его еще. Нет, новогоднего еще. О, с такой вот, с ведром. А я думал, это кнопка такая светящаяся раньше. О, вот эти зубы мне нравятся, очень такие веселые. Так, что еще можно? Какой-нибудь... Ну, это не важно. Вот татухи тут бывают прикольные. Ну-ка, ну-ка. Ну ладно, пусть это будет, чтобы быстрее не томить вас. Закопка это все стандартное, да? Танцы давайте поставим еще всякие. Типи-тап. Какой-то танец есть. Ну-ка. А можно превью? Вот он. Feed me, покормите. Happy Puppy. Счастливый щенок называется танец. Берем этот. И что еще есть? Е-е-е. Да-да-да-да-да. Ну-ка. Вот такой возьмем. Ну что ж, поехали. 10 секунд. Они уже посадили сад. Вот здесь будет сад у нас. Давайте оставим. Ловушечки расставим. Вот такие ловушки здесь. И будем ждать. Хорошо, ой, дуванчик играет одуванчиком, так сказать. Правильно выбрал. Отлично. А я буду сверху, с высока так смотреть. У меня 200 здоровья. Но он медленнее бегает, чем обычный чомпер, если что. Много зомбаков, смотрите. Очень много. Прям с всех сторон. И он стреляет. Дуванчик наш. Но ты не забывай, что лечить надо, дуванчик-то. Нам больше от тебя лечения нужно, чем твои убийства. Убиваем мы, а ты нас лечишь. И мы никогда не умираем. Все, профит. Командная операция. Бам, смотрите, 50 урона. Он еще атакует медленнее, насколько я помню. Что-то он сейчас не атаковал, не помню. Какая-то перезарядка какая-то была. Видимо, может, интернет меня подлагал, не знаю. Так, а этот у нас, видите, красивый самый, я считаю, горохомет. Это вот этот, Берри, который ягодный, типа, на нем ягоды растут. Ну, его можно переодеть, он будет по-другому выглядеть. Но изначально вот так он выглядит, с ягодками. Ягодками. Вторая волна. Погнали, ребята. Ой, как я медленно бегаю. Ну ладно, 200 здоровья все-таки стоит того, наверное. Вот они здесь уже идут, ребята, ребята, ребята. Обходят нас с тыла. Пам, пам. Пам, пам. Ну да, медленно атакует, но зато 50 урона тоже тут считаю. Ням-ням-ням. А, хорошо. Здесь что-то посадим, раз мы тут. А здесь что-то нельзя садить. А, наверное, они уже уничтожили. Что-то было тут. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, у меня 8 киллов, а у дуванчика 19. А дуванчик у нас, получается, солдат боевой. Никого не лечит, только убивает всех. Вот о чем я и говорю. Вроде и есть одуванчик, а вроде и нет у нас командира. Солдат, считайте. Спецоперация. Бам. Так, ну что, ребята? The end is near. Конец близок написано. Тут написано, что pass gas. Заправочка. Кстати, они взрываются? Не, что-то нам, если их... Ну-ка, ну-ка. А, взрывается. Так, а это что? Тут нету бензина? О, с этой стороны сломал. Иди сюда, красавчик, съем тебя сейчас. Я.
вкусно. А еще ж есть этот вампир. Чомпер, он себе немножко здоровье восстанавливает. Это в этой части или во второй? Я уже забыл, на самом деле. Есть же такой. Ты съел кого-то, проживал его, и все здоровье восстановилось. Вот он сейчас уест, вот когда полностью... Вот 3 секунды проходит. У него там плюс 35 здоровья или сколько? 25, не помню. Но у него минусы там какие-то были, поэтому я редко играл. Но вообще он прикольно, конечно, здоровье восстанавливает. Но минус какой-то есть у него. То ли он там меньше урона, когда кусает наносит, то ли он дольше переваривает. Ну какой-то есть минус, то ли двигается не так быстро. Что-то ж есть, а то он самый крутой бы был. Все бы играли этим чемпером, получается. А мне нравятся всегда персонажи, часто вот тоже подсолнух металлический. Да, он чуть там медленнее бегает, там стреляет как-то немножко по-другому. Но у него больше здоровья. Любое здоровье увеличенное, это выживание ваше. Вот и все, что тут плохого? Считайте, вас сложнее убить. Вообще. Просто по вам стрелять надо дольше. Попадать чаще. И только после этого умираете. Когда здоровья мало, как бы попал 5 раз, а не 6. Иди уже. А 6 уже не надо попадать. Я так рассуждаю. Давайте ловушечки здесь, раз они так любят ходить. Опа. Все. Нормально фрагов. А то меня одуванчик обгоняет. 31 килл у него. У меня всего 18. Видите? Конкурент появился у меня. А то я все ныл, да? Говорил в прошлом видео. Ой, что-то я всегда на первом месте по киллам. Раньше такого не было. Раньше такие крутые игроки заходили. А сейчас вот, видите... Меня одуванчик уже обыгрывает. Так что все нормально. Иди сюда. А, он убегает, я же что-нибудь. А, закопался, он сразу. А, тоже убегает. Ам. Вот там еще справа. А, я уже умер. Инженер. У одуванчика 34 уже. А вот еще кто-то идет. Ну-ка попробуем попасть. А, его убил. Убило растение. Что-то написано. Plants are stupid. Растения глупые. Здесь написано Dumb Camping Mini. Не знаю, что это значит. Ну, что-то значит. Ну, это американцы больше знают. Это, типа, они там так общаются. Что-то на ихнем. Ого, бонус дали, прикиньте. Первый раз, вот сколько я не играл, Garden Ops редко попадается. Сейчас у меня 6-й Garden Ops. За 23-й год я играю. У меня не играл в начале года. И у меня только первый раз бонус выпал. 1 к 6 шанс. Можно сюда запрыгнуть. Прям на морковочку. Ну что ж, у нас Гаргантюа и много-много зомби. Смотрим, где Гаргантюа появится. Там вот кто-то появился. А, Гаргантюа там. Хорошо, тогда я займусь мелочью вот этой. Ой-ой-ой, ты чё ты, да? Одуванчик уже умер. А что, почему? Потому что он полез вперед на Гаргантюа. А одуванчик у нас кто? Правильно, подсолнух. Его миссия какая? Помогать всем остальным выживать. Правильно? Правильно. Вот. А он делал не то, что ему надо. И потерял жизнь одну. Я не знаю, его воскресили или он сам нажал кнопочку, но тем не менее смерть уже есть. И сейчас у нас Грохомет еще умер, смотрите. Тоже где-то не на базе они там тусят. Вот мы тут вдвоем на базе. А вон там они где-то умирают. Надо вместе держаться, ребята. У нас есть база, ее надо сразу посадить там сюда, укрепить. И все, и меньше. Ну да, они даже половину здоровья не сняли. Ну пусть он на меня пока агрится, да? О, пока эти, смотри, восстанавливают. Нет! Не трогай их! Не трогай их! Не трогай, не трогай, не трогай, иначе будешь иметь дело со мной. Металлическим чёрным. Всех здоровья, да. Он, кстати, попасть по мне. Мы его убили. Ничего себе, я думал, он сейчас меня убьет. А его мы победили. Хорошо. Так, ловушечки. Ой-ой-ой, с моего места прорвались. Видите, отошел. Всегда это место я защищал. Сейчас вот отлучился немножко Гаргантюа. Поразвлекать. И вот что произошло. А, вот что произошло. Прямо здесь, возле нашей базы. Кладбище возникло. Все. Ну не кладбище, правильно говорить, наверное, да, там. Могилы. Или как это прям? Ну могила, да. Тампстоун, наверное. А тут что написано? All your brains, все ваши мозги принадлежат нам. Написано. Кстати, я так и не понял, почему эта игра, даже Battle for Neighborville, никогда не выходила на русском языке. Я что-то вот это не понял.
То есть я в какую версию не играл, никогда русской озвучки, русского перевода, ничего не видел. Это что так? Получается, русские не играют в эту игру или что? Мон, сколько игроков? Вы даже сейчас одни русские играют. Как это вообще возможно? Я вообще не понимаю. Electronic Arts, они как купили PopCap, только хуже все стало. Да, они выпустили там первую часть. Но первая часть, она такая была еще, когда они только купили или еще не полностью купили там компанию. Ну, то есть у них была свобода действий какая-то. А потом же они говорят, что нам надо вот это. Много донатных костюмов, люди будут дети будут донатить, покупать там паки, там что-то выпадать будет. А вот в первой части тут же как бы, ну, тут есть донат, но и без него все открывается. Во второй части уже больше надо доната, чтобы все открыть. Там больше всего стоит. А в третьей части я вообще не знаю, как без доната там все открывать. Там половина как-то открывается странно, половина непонятно как. В общем, Battle for Neighbor, ну, вообще стрёмная часть, честно говоря. Очень странная. Но мы в нее тоже обязательно поиграем. Если мне не надоест, конечно, это все снимать. Может быть, мне надоест? Пока что еще окей. Пока что окей. Я еще такие ролики, может, на англоязычный канал это записываю. Тоже побегаю, поговорю по-английски. Так что, если знаете мой английский канал, заходите, смотрите, пожалуйста. Welcome. Welcome, как говорится. Посмотрим, посмотрим. Может, и запишу. Кто знает. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А, 188 уголов. Ой, ловушка сработала. Класс. Ой, туалет, не только меня, туалетищина. Так, а я его сразу обезврежу вот таким... Ай, я хотел туалет. А не этого. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай, туалет, один на один давай. Давай, давай. А, все, уничтожим, быстро. Не смогли мы дуэль показать вам. 38 киллов у меня, ну ничего. Кстати, вон так 40 киллов. На втором месте стал. То есть я теперь уже на третьем вообще прям... Все хуже и хуже у меня результат. Ничего себе. Так, что это толстая? Ну-ка. Идите ко мне, мальчики. Идите сюда, идите сюда. Ой, меня взорвет это что-то. Видите, он правильно сделал вовремя. Надо было сразу вместе подождать немножко. Так, 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 так. Ловушечка. Там базу нашу бьют, ребята. Назад, назад, назад. Ну, базу бьют. Назад. Back, 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 back. I need some backup. Our base is under attack. Ой, спасибо, ты подлечил первый раз в игре. Ой, как классно. Не, наверное, второй раз. У меня уже 200 было как-то. Ну, так долго лечить мне, потому что, видите, у меня 200 здоровья. Он даже не долечил меня. Долечи меня. Долечи, долечи. Отлично. Troublesome Tombstone Gerigan. Чего? А, окей. Погнали уничтожать. Вот первое кладбище у нас тут. Пум-пум-пум-пум-пум. О, вот старые вышли, сейчас я их сожжу. Ам. Все, добивай, отлично. Вот это я понимаю, командная работа. Ой, возле нас появилась, прямо возле базы, надо валить. Он такой медленный, этот чемпер, как же он бегает медленно. Как же он медленно бегает, блин, там базу бьет. Давайте, добивайте, добивайте. Кстати, первый скилл очень быстро устанавливается, смотрите, как он уже готов практически. Очень плеваться быстро можно. Я даже во второй части, по-моему, такого нету быстрого. Такой быстрый пиздец. О, у нас тоже надо такой домик сделать, да. Где инструменты хранить, видите, такой вот. Он тут кажется очень маленьким, но там удобно как бы все. Газонокосилку вот в таком домике хранить и прочее. Тут ведра какие-то. Что это? Ну, для красоты, наверное, или там вода просто после дождя остается. Чтобы потом можно было полить цветочки. Возможно, возможно. Так, ну-ка я тебя сзади попробую съесть. А, ты так сломался, окей. Так, вот Tombstone. Никто его не атакует. Я такой бам. Ням-ням-ням-ням. Ой, и на ловушку наступил. Все как надо. Вон там еще один идет. Ребята, давайте, давайте. Ну да, на этим чемпером металлическим бегать, засыпать хочется. Ну, поспать, реально. Все очень медленно, ты такой бежишь. Пока добежал, уже кого-то убили. То есть он такой, не сильно, видите, по киллам у меня 45 киллов. Но одуванчика скоро догоняю я потихонечку. Может, догоню под конец? Посмотрим. Мне надо вперед просто лезть, как он всегда. Вперед идет там и всех убивает. Может быть, ему надоело это делать, он сейчас вот, поэтому и меньше киллов делает? Не знаю. Ну, тогда у меня есть вариант его обыграть.
Это, видите, он что, бомбочку кинул, двоих убил. Это если он сделал, я не смотрел, кто-то кинул. Видите, правильно все. Бомбочку кинул, два килла, пошел дальше на другую сторону. Быстро, у него передвижение возможно. Так, смотрите, он сразу кинет свою бомбочку, нет? Не, он на этот раз не кидает. Я думал, у него скрипт работает, когда ты к нему подходишь почти кушать, да, его снижать. Он кидает свою эту мелкого импа этого с бомбой в руках. Так, и сюда остановите, пожалуйста. Нет. Так. Возле базы там кто-то? Нет, уже нету. Иди сюда, ё-моё. Боятся чемперов? Убегают. Это тоже сложнее убивать, когда от тебя убегают, а не к тебе бегут. Дуванчик вот больше убивает. Так, ну что, кто остался? А, нашу базу кто-то бьет. Я пока подбегу, уже не убит его. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот они. Еще один остался. Унитаз. Унитаз. Унитазное предприятие. По ногам стреляйте, ребята. Кто по ногам не стрелял? Я ждал, да, они по ногам постреляют или нет. Не хотел я его есть. Ну что ж, там, по-моему, 10-я волна, все, походу. Или еще 9-я. Что-то быстро как-то, да? Или наоборот медленно, не знаю. Ну, вроде быстро мы справились. Просто чемпер, он так медленно бегает, что экшена никакого. Вот здесь, кстати, очень хорошее место, видите? Артиллерия, она, получается, везде будет стрелять вот здесь. И сюда особо никто не запрыгивает, зомбаков, прям на крышу эту. Тут самое безопасное место, это растение стоит. Так, Йети будет замораживать всех, вампир будет выкачивать здоровье себе. И вообще три босса, и Гаргантюа. Вот такой у нас набор. Ну что ж, кто? Какой босс первый, интересно, будет? Наверное, Йети, как был? А нет, первый вампир, вон я вижу. Хотя, может, сразу несколько боссов сразу, нет? Может такое быть? Ну, вот сейчас смотрите, артиллерия должна стрелять, да? Ну что не стреляет, вот? Он, кстати, может, он выстрелил уже, не знаю. Я думал, он прям туда выстрелил. Ой-ой-ой, извините, я ошибся, извините. Проходите дальше, проходите. Я просто ошибся. О, стреляет, видите, прям сюда стреляет. Ну что ж, Гаргантюа, как мы тебя убивать будем? Давайте здесь поставим лечение. А то у меня одуванчик не лечит, что-то. А хотелось бы. Смотрите, с двух буду лечиться и буду стоять пытаться так. Он, правда, убил уже одно растение. Нет, не убивай. Закапываемся, даем время команде. Вот он меня бьет. Команда там... Ой, нет, не растение, только не растение. Пахнул уже, нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, навалимся всеми? На одного, нет? Пулемет бы включили, они быстро бы убили. О, так нормально взорвать, смотрите, пошли стрелять. Лучом просто дуванчик нормально дал. Там по базе бьют. Ребята, по базе, работаем. А, тут босс. Я вначале вот этого хочу. Оп. Еще. Сколько можно? Где там этот вампир делся? А, Йети еще не было. Или его убили? Не, нет, наверное, он еще появится. Появилось два босса, кроме нас. Я им телепортировался. Ребята, ну надо убивать его. Он просто восстанавливает здоровье каждый раз, когда нас бьет. Надо его так на дистанции держать. Где он? Кто-нибудь видел вампира? А вот он, я говорил, здесь не появляются. Как он тут прошел? Здесь кто-то... А, он сюда появился вот. На эту штуку, на машину. Он запрыгнул. Ага. Секретный прыжок, оказывается. Можно сюда запрыгнуть. Время тянуло. Вот, не сожрал. Ну что, пулеметчик готов? Где он? Вон он на той крыше аж. Интересно, а тут можно перепрыгнуть? Не, я не перепрыгну. Я неповоротливый, медленный, чем-то. Но у меня 200 здоровья. Я рад, я долгую жизнь проживу. Неспешную, но долгую. Все, половина. Идем, ждем Йети. Йети. А с Йети я вообще буду самым медленным растением в мире. С его заморозкой. А в области мне нравится All-Star. Иди сюда. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Хотя могли сделать All-Star, у него же защита, это же типа проглотить нельзя его. Пока он без защиты, типа ломаешь защиту, он становится голый, второй раз так его ешь. Можно было сделать, да.
если бы я разработчиком игры был, можно было столько придумать. Вот это... Чё, прикольно, да? Заработать миллионы долларов, выкупить эту попкэп у Electronic Arts за кучу денег. Но они продадут, им же деньги нужны. И самим уже делать самому любые игры, которые хочу. Вообще, чё угодно. Вообще, прям, прикиньте, какая возможность. Можно что угодно делать, прям, любые варианты. Ой, там базу бьют. Валим на базу. Нафиг нам этот Йети, ребят, у нас базы, здоровья все меньше и меньше. Вы чё тут? Там кто-то бьет сильно так. Ну-ка, кто это? О, тут сколько их. Ой, если бы я сейчас не подошел, у меня бы уже базы не было. Они там что-то этого Йети, на базу-то не смотрят. Вы, ребята, как играете-то? Йети нам ничего не делал, он там что-то стоял и стоял. У нас почти базу снесли. Была бы сложность хард, базы бы уже здоровья не было. Они больше наносили бы. Но у нас сложность нормал, так что такие оплошности можно допускать. Он еще прыгает, слышите звук? Такой, типа, скрипучий звук такой металлический. У него не смазано что-то. Так, я такой последний. Все убегают с огромной скоростью. Я такой бам-бам-бам-бам. О, давайте попробуем, у меня же есть время. Вот это вот сломать. Они же от меня будут убегать, зомби. Дальше не будут меня сейчас появляться и кусать. Сколько кусок еще? Вообще класс. 50 урона наносить удобно. Так, у нас потери, прикиньте. Отошел только. Тут уже кого-то убили. Ну, то, что по центру, знаете, такое... Эвакуация очень сложная. Ну, что такое? Со всех сторон стреляют. Не очень удобно, конечно. Минуту у меня. Погнали, вон там еще. Разнесу я. Так, ты зомби не боишься меня? Нет, боишься меня. Ладно, вали. Мне главное вот это сломать. На 40 секунд. А еще есть где появляются? Не, вроде все. Там что-то у всех все плохо. Одуванчик-то подлечи, но у тебя же кнопочка L1 нажми. Ты же с PlayStation, у нас же Xbox игроков тут нету. Нажми, пожалуйста, кнопочку. Ой, лечи. Ой-ой-ой, 10 секунд. Ай-яй-яй-яй. Фу, успел. Спасибо, ребята, что подождали. 3, 2, 1. Улетаем. Ну чё, я всё думаю хард. Пробовать сложность, не пробовать. Ну как бы, были моменты, у нас почти базу разбомбили. Ну, сложно нам будет. Но если не будет вампира и Йети, то мы легко пройдем, потому что это самые сложные боссы тут. Так, давайте подороже, может быть, персонажей каких откроем. Вот эти по 10 тысяч тут, по-моему, есть. А нет, у нас же два персонажа не открыты, тут вообще шанс, что выпадет. О, апгрейд зато выпал. Вот это же апгрейд. Вот это апгрейд. Ага, то есть давайте по 10 тысяч туда пооткрываем. Почти все открыто в игре. Это голод, подождите. Это просто оружие для этих. Ну, это тоже неплохо, пусть открывается. Хороший пак за 10 тысяч, мне кажется, вот цена-качество само то. Вот еще апгрейд для зомби. Самое интересное, что тут для растений, типа, должно выпадать. Ну, тут всегда выпадает для всех. Но сейчас, видите, у меня пушек много не открыто, все для зомби выпадает. Ну что ж, ребята, давайте в следующем выпуске будем пробовать хард. На какой карте увидите, приходите. Спасибо, что смотрели до конца. Лайк, подписка, все дела. Всем пока, с вами был Анормалик. Увидимся, чао. Нет. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.